четверг в Самарской области пасмурно, пройдет снег, местами сильный, чуть потеплеет. Днем 0-3, ночью 1-3 градуса ниже 0. Ветер южный, юго-восточный 4-6 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, мокрый снег, в светлое время суток -1, в темное нулевая температура, юго-восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде снега, днем -1 и ночью 1 ниже 0, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, продолжительный снег, днем -1 градус, ночью 2 с минусом, южный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.